Сторожевой лимфоузел – важная граница, отвечающая за безопасность организма. Он первый на пути лимфоотока. В нем начинается метастазирование злокачественного процесса, который потом разносится по лимфатическим путям. Расположен лимфоузел в подмышечной области. И раньше, чтобы вылечить организм, врачи делали мастектомию. Врезали узлы, а с ними молочные железы. Но при ранних стадиях рака, когда метастазы еще не проникли в лимфу, этот метод был слишком калечащим. Теперь есть альтернатива. На Алтае впервые стали проводить биопсию сторожевого узла. Меньше область вмешательства, меньше осложнений после этого идет. Вот. Биопсия сторожевого лимфоузла позволяет нам удалить 3 или 4 лимфоузла, тем самым сильно не нарушить лимфатическую систему. Больной узел нужно вовремя обезвредить, для этого и проводит биопсию. Недавно в «Надежде» появился современный аппарат, единственный в крае. Он позволяет во время операции провести диагностику с помощью изотопа, специального вещества. Сам радиофармпрепарат накапливается именно при помощи реагента в тех лимфоузлах, где происходят опухолевые изменения. И радиометром при близком контакте во время операции определяют те лимфоузлы, в которых есть изменения. Определяют и вырезают. Хотя, например, эту операцию проводят, чтобы извлечь саму опухоль. В общем, это получается как бы первый этап. Опухоль удалили, сейчас будете с лимфоузлами разбираться. Еще одна важная функция новой технологии – сохранить и сами лимфоузлы, которые попадают под удаление при мастектомии. В будущем это приводит к отеку руки, так называемой слоновости. По словам врачей, почти половина пациентов, которых оперируют, проводит биопсию сторожевого лимфоузла. Это позволяет проводить мастектомию в щадящем варианте. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.